Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих трех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен. Всех, собственно, я приветствую. Небольшая информация для тех, кто любит смотреть мои ролики. Допустим, сейчас у меня на канале вышел вот такой вот ролик про прохождение брата Outlast. Некоторые видео YouTube не пропускает. Поэтому все видео загружаются на мой Дзен канал. Здесь нет никакой там цензуры, никаких проблем с выкладыванием. Переходите на Дзен и смотрите, собственно, на нем. Перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте снова проходит конкурс, в котором вы можете бесплатно поучаствовать. Абсолютно никаких денег с вас не требуется. Все бесплатно, халявно. Если любите халяву, залетайте, участвуйте. Ссылка есть в описании под этим роликом. Также, если вдруг кто по ссылкам не переходит, вот вам название. Собственно, вчера мы выбрали победителем предыдущего конкурса. Определили с помощью рандома на калаш сланец. Сегодня уже разыграем другой скин. Тоже, кстати говоря, калаш. Только скин другой. И также с четырьмя наклейками. Прям так повезло урвать на торговой площадке. Собственно, залетайте, участвуйте. Повторюсь, опять же, все бесплатно. Народу участвует довольно-таки мало. По этой причине у вас очень большие шансы победить. Я всем желаю удачи. Всем желаю приятного просмотра. Все. Всех обнял. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике хочу сделать заключительный обзорчик напитка, точнее бренда Export Style Lemon. Вот такой вот бренд. Напиток у нас Lemon and Lime, лимон с лаймом. Ну, что-то типа импортозамещения спрайта. Собственно, давайте прямо сейчас открою. Будем потихоньку попивать. И буду потихоньку как раз рассказывать за этот напиток. Чё да как вообще. Неплох. На спрайт похож, но не на 100%. Со своей такой фишечкой, опять же. В общем, почему заключительный обзор? На канале у меня были, получается, обзоры этого бренда. На напиток кола, классик кола и напиток оранж. На канале, если что, обзоры есть. Если кому-то вдруг будет интересно, то заходите, смотрите. Экспорт стайл пишем. Вот классик кола. Превьюшка. Название, если вдруг интересно. А вот, собственно, оранж. Типа фанта. Превьюшка, название. Покупал я данный напиток красным и белым. Стоит он там 77 рублей. Довольно-таки дешевая цена. Что как раз-таки радует. Плюс напиток сам по себе качественный. Напиток в красном и белом хранился не в холодильнике. Поэтому напиток не холодный. Но я его закидывал в холодильник, да. Не особо он у меня там долго простоял, данный напиточек. Поэтому напиток на данный момент не особо холодный. Чуточку такой холодненький. Напиток реально неплох.
хороший прям. Сейчас, кстати, уже даже по вкусу плюс-минус разобрался в голове. Так. Содержит лимонный сок. Изготовитель ООО «Реал». Да и, в принципе, читать здесь особо больше нечего. Давайте переходить непосредственно ко вкусу. Так, кофеина здесь вроде как нету. Кофеина нету. Так, давайте переходить ко вкусу. Поскольку я уже пил данный напиток, могу сказать такую тему, что вот если брать спрайт и сравнивать с этим напитком, здесь проблема в том, что, ну как сказать, проблема, особенность своя, да? В большинстве чувствуется лимон, такой с кислиночкой небольшой. В спрайте этот лимон, они либо мало его добавляют, либо перебивает прям сахаром именно в спрайте. Здесь имеется сахар в напитке и имеется лимон. Но лимона как будто больше. Газированность такая на низком уровне. Чуточку лайма тоже чувствуется, как и написано. И по вкусу вроде как сказать больше нечего. Немножко еще, когда пьешь, немного губы жарят эти. Газированность именно. А так, какого-то там прям внутри процесса не происходит в плане газированности. Там уже бывает такое, пьешь, у тебя прям пена во рту начинается лютая. Или лютое, прям очень сильное жжение, например. Здесь такого нет. Здесь только поначалу чуть-чуть так губки поджигает и все. В принципе, по напитку, в принципе, неплохая темка. За 77 рублей, к тому же, 2 литра, да? Это как 2 года назад покупать то же самое Кока-Колу. 3 года назад, плюс-минус. До санкций. Как раз-таки то же самое Кока-Колу покупать Спрайт. Они, в принципе, плюс-минус по одной цене были. Напитку ставлю оценочку 5 из 5. На этом, в принципе, все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч. Всем пока. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.